Итак, вскрываем сейф без пароля. Ричард Дир. Миша. Ботинок. Да его жопа тут все время. Ричард, твои дети. Давай еще раз. Вот, давай, вот, сейчас прям. А тебя тоже нужно, чтобы видно? Нет. Просто твои руки? Да. Так, все? Да. Покажи, как... Да клево, ага, все. Да. Давай. Скрываем сейф без пароля. Обычный китайский сейф. Спокойно. Все, вот ботинок. Чтобы такого не делать, сейфы нужно прикручивать к стене. А если вот он не прикручен, вот так вот. Одно натренированное движение и сейф открывается. И там замечательный ботинок. Вот, пожалуйста. А умельцы могут поменять пружинку. Фу, ты провокатор настоящий. Почему? Ну почему? Ты